Вы знаете, у меня мама живет в городе Одинцово. Ну, конечно же, я часто бываю у нее в гостях, а сама я живу в Москве. И у нас, мы очень часто сравниваем с мамой наши платежи по ЖКХ. И, честно говоря, мы очень удивляемся тому, что вот в Одинцово у нас в 3 раза получается больше оплата, чем в Москве. И ну, для нас, честно говоря, такая загадка, потому что я вот задавала тоже этот вопрос нашему управляющему компании нашего дома, почему вот в Одинцово, ну как бы это же Московская область, 3 раза дороже, чем в Москве. Ну, мне объясняли, что это какие-то в Москве льготы или что-то там еще. Я пока что еще не особо вдавалась в эти подробности, но то, что у нас очень часто происходят собрания жильцов насчет того, что мы платим деньги, а не видим результата, да, над какой-то ремонт. У нас постоянно каждый месяц там какая-то огромная сумма на ремонт дома. То есть, а вот ворота в паркинг, они как не работали, так и не работают. Поэтому нам вообще абсолютно непонятно, за что мы платим деньги постоянно. То есть, и этот ремонт, он без конца. То есть нет так, что вот на ремонт собрали, и все, нет, он постоянный какой-то. Ну, в общем, много, конечно, вопросов, и это непростая тема. Вот, там за освещение, я помню, тоже какое-то огромное собрание было дома, что вот освещение всего подъезда, что-то каждый там оплачивает что-то, как хотя раньше как бы не платили, то теперь платят все. В общем, не знаю, очень загадочная тема ЖКХ для меня. Я надеюсь, что разгадка близка.